Нам нужно развиваться. Человеку важен прогресс. Но многие хотят, чтобы это было быстро. И чтобы это было комфортно. Стараясь любой ценой избежать стресса и серьезных жизненных вызовов. Пытаясь найти легкие решения. Нам часто хочется магической таблетки. Либо той самой волшебной кнопки. Мы просто ищем простое решение. И хотим, чтобы в какой-то момент что-то кардинально поменялось. Что-то щелкнуло внутри нас. И чтобы мы изменились. И такой щелчок возможен. Он существует. Но не там, где мы зачастую ищем. Этот щелчок называется переломным моментом. Момент, когда сложно. Когда, несмотря на размышления, работу над собой, все равно не все так, как хотелось бы. Момент, когда страшно. Страшно ошибаться. Страшно, что не получится. Страшно, что не хватит сил. Что не поймут или осудят. Когда кажется, что это непосильно. Момент, когда падаешь духом. Но ты понимаешь, что это нужно. Момент, когда нужно бросить вызов самому себе. Когда нужно бороться. Ты должен перестать воспринимать стресс и проблемы как что-то ужасное, пугающее и безысходное. У всех людей есть стресс, у всех есть свои проблемы. Но проблема и стресс – это твоя возможность вырасти. Если бы у тебя уже были нужные навыки, знания и мышление, чтобы справиться со всем тем, что создает проблемы, тогда их просто не было бы. Твое отношение было бы другим. Ничего просто так не происходит и не случается. Очень часто мы не понимаем, зачем нам дают те или иные испытания. И только по истечению определенного времени мы понимаем, что нам это дало. Так как именно в самые сложные времена у нас есть возможность учиться, кардинально меняться и делать самые сильные выводы. Рост и развитие, прогресс требует определенного дискомфорта. Ведь это безумство и сумасшествие переживать одни и те же эмоции, иметь одни и те же мысли, делать одни и те же действия, общаться с теми же людьми и ожидать, что по каким-то причинам что-то изменится в твоей жизни. Наши результаты в жизни прямо пропорциональны стрессу, который мы можем выдержать, и проблемам, которые мы можем решить. Поэтому, если ты ищешь изменений и роста, поменяй свое отношение к стрессу. Каждый человек, абсолютно каждый человек, который сделал что-то стоящее, значимое, сложное, либо выдающееся, будь то это великий артист, спортсмен, писатель, одним словом, профессионал своего дела. Кто бы это ни был, каждый из них преодолевал трудности. У каждого был переломный момент. И, скорее всего, далеко не один. Если у тебя возникают отговорки, почему кто-то добился успеха, а ты нет? Когда ты думаешь, что кому-то повезло, у них было что-то, чего нет у тебя. У каждого человека свой путь. У всех были свои проблемы и стресс. Были жизненные трудности. Но ты можешь поменять свое отношение. И это в твоих силах справиться. Абсолютно со всем. Ты важен. Ты имеешь большое значение и силу. Мир ждет тебя. Настоящего тебя. Мир ждет твой потенциал. Ему важны твои действия, твоя работа, твое проявление себя. Ты должен верить в себя. Верить, что все выдержишь. Верить, что все получится. Что бы ни случилось, ты с этим справишься. У всех людей есть определенные переломные моменты. У всех есть моменты страха, сомнений,
когда опускаются руки. Но именно это делает нас людьми. Эти переломные моменты как раз формируют наш характер. Ты сильнее всех тех обстоятельств, которые, ты думаешь, сдерживают тебя. Ты можешь достойно пережить эти переломные моменты в своей жизни. Ты можешь справиться со всеми жизненными трудностями. Но будь смелым, будь терпеливым, помни, кто ты есть. Зачем ты это делаешь и почему это для тебя важно? Ты можешь пережить что угодно и стать сильнее. Верь в себя, будь настойчив. Ты имеешь значение, и ты со всем справишься. Верь в себя. Я был на дне, и я знаю, что будет, если я сдамся. Теперь я хочу знать, что будет, если я не сдамся. Мечты можно реализовать, если быть достаточно смелым, чтобы идти к ним. И нет никаких ограничений. Все стереотипы и ограничения только у тебя в голове. Единственное, что стопорит тебя, это ты сам. Твой уровень величия, которого ты хочешь достичь, твои взгляды на то, что возможно и невозможно, твое желание жертвовать больше, чем соперники. А самое главное, твоя вера в себя. Это может быть трудно, но намного труднее жить, ни к чему не стремясь. Думаешь ли ты, что у тебя есть все необходимое, чтобы достичь величия? Ты лишь должен решить. Решить стать лучше. Решить поднять стандарты своей жизни во всех смыслах этого слова. Просыпаться рано и работать над собой до вечера. Жить этим. Живи не для того, чтобы быть примитивным. Верь в себя. Прояви свою настойчивость. Ты можешь достичь всего. Сделай это. Хватит множественных отговорок. Выброси их из своей жизни. Если ты веришь, что все возможно, то оно так и будет. Запомни этот день, потому что сегодня тот самый день, когда ты изменишься. Я больше не собираюсь проживать примитивную жизнь. Я больше не собираюсь соглашаться на меньшее, чем заслуживаю. Сегодня я буду принимать лучшие решения. Сегодня я буду подталкивать себя. Сегодня мой день. Когда, если не сейчас? Ты должен в это поверить. Нет ничего лучше, чем жить на своих условиях. Так создай их для себя сам. Кем бы ты ни был сейчас, все это последствия твоих ранних действий. С этого момента достигай большего. Двигайся сквозь свои навязанные стереотипы. Будь бесстрашен. Нужно жить этим днем, как будто он последний. Это твой последний шанс стать кем-то стоящим. Будь лучше, чем вчера. Не для кого-то, а для себя. Ставь цель. Самые великие цели и мечты, которых ты хочешь достичь. Если ты веришь, что это возможно, ты сможешь достичь невозможное. Ты ведь ничего не теряешь, если попробуешь развиваться и жить лучше, чем прежде. Тебе не нужен будильник, чтобы просыпаться. Твое рвение к успеху будет поднимать тебя. Жертвуй сейчас собой, чтобы после будущего наслаждаться своим успехом. Пробуди в себе зверя. Тебя не должны волновать чужие мнения. У тебя есть свое собственное мнение. Ты должен жить, каждым днем ставая лучше. Трус никогда не начинает. Слабый никогда не достигает. Сильный никогда не сдается. Так как лучшее время начать именно сейчас. Сегодня твой день. Действуй.